Всем привет! Сегодня представляю одежду, вот как бы цвет показать, вот такой вот одежду от Calvin Klein. Это вообще, я хочу сказать, мой любимый стиль. Я когда жила в России, я вообще очень любила такую сухую, допустим, осень, вот когда я наступает, и там ты одеваешь сапоги, джинсы, курточку коротенькую, допустим, там жилетку, вот. Или такую раннюю весну, когда такое солнышко, и вроде бы ты еще не в летнем одет, а вот именно такие вот одежды, как бы, вот сапоги, шарф еще, если сюда намотать, курточка, джинсы. И вот я хочу показать, так отсвечивает немножко, я вообще сегодня представляю Calvin Klein, представитель Calvin Klein сегодня. И это вот именно та вот одежда, о которой я все хвалю, это вообще штаны. Такие вместе с юбкой. И вот это получается, если это один тон, это получается эффект свитера такого. Они очень хорошо подтягивают ноги. И вот с сапогами, сапоги, кстати, тоже Calvin Klein здесь в Америке покупала. Тарика, мама, тогда мы ходили с ней. Первые мои сапоги здесь. Она мне в Мейсисе тогда по карточке по своей показала, как покупать. Вот, и вот такая вот кофточка, это тоже от Calvin Klein, с капюшоном. И если вот, допустим, одеть на такую одежду какой-нибудь шарфик, сейчас я тут найду подручные материалы. Ну вот, вот этот вот возьмем. Вот этот вот, самый такой взяла. А, конечно, поплотнее, такой какой-то вязаный, вот что ли, такой большой. Нет, этот не подходит. Так, вот такие вот мне подходят. Большие такие. Ну, чтобы тепло было. Это вообще, мне кажется, как бы такой европейский стиль. Вот когда такие большие шарфы наматывают на горло. Сапоги, джинсы или жилетка. Вот, ну, может быть, что-то вот такого вот плана. Ну, конечно, не с этой кофтой, а вот с таким теплым, допустим, свитером или с безрукавкой. И это очень так, ну как-то не знаю, хорошо смотрится. И тепло самое главное. Раз, и вот тут поправил нам горлышко. Так вот. А вообще я тут всегда в России ведь ждешь времена года в том плане, что вот сегодня лето, допустим, 3 месяца будет. Потом весна, ты ждешь, ой, весна скоро там начнется, да? Вообще в России ведь все ждут, когда смена идет сезонов. Я помню, допустим, зима начинается, ой, зима там началась, потом ждешь весны, после весны ждешь лета, потом опять осень начинается, ждешь бабье лето. И как бы ты постоянно каждые 3 месяца, 4, в таком ожидании, что там или холодно будет, или тепло, или еще как-то. И вот здесь вот в Калифорнии, в принципе, тут, конечно, лето долгое, но здесь зима, она именно позволяет носить вот такую вот одежду. Вот что, вот сапоги, потеплее какую-то курточку там, даже шапки некоторые одевают. И поэтому вот мне повезло, что здесь вот я могу как бы себе позволить, так скажем, и сапоги поносить такие, и теплые кофты. Но самое главное, что здесь и летом носят эти уги. Я вообще, конечно, с ума схожу, когда вижу там жарища такая, и в угах многие ходят. Это, конечно, что-то с чем-то, не знаю. Видимо, мода, потому что и все равно люди стараются ее это придерживаться. И вот даже такие вещи в такую жару одевают. Так что у нас начинается тоже зима. Сегодня уже так более-менее прохладненько. Ну все, всем пока. Calvin Klein, мой любимый.